Разговор о нескольких предметах – это история, это литература и русский язык. И говорится не об одном учебнике, а об одной линейке учебника. Потому что это большая проблема для детей, если вы вдруг меняете школу. Мы пишем выпускные экзамены, то есть ЕГЭ по единому стандарту. Обучаемся все по разным учебникам. И тема, кто сомневается, вот вопрос о выборе. По большому счету ребенок не выбирает. Ребенку говорят, что он будет учиться по такому-то или такому-то учебнику. И то же самое и преподаватели. Говорить о том, что здесь мы лишаем выбора, это тоже не совсем правильно. И, наверное, настало то время, когда это единый взгляд на историю, на литературу и на русский язык, он необходим для целостности страны, для воспитания молодежи и понимания того, что происходит в стране.